Все внимание сегодня к Килиану Мбаппе. 3 гола он забил в 3 последних матчах. Вы смотрите прямую трансляцию на футбольном канале EA Sports. Не переключайтесь. Вот и пришло время матча на Олд Траффорд. Но все надежды, что дождь прекратится, были смыты этим самым дождем. Ваши комментаторы сегодня — Георгий Черданцев и Константин Генич. На ваших экранах английский футбол. Смотрим премьер-лигу. Манчестер Юнайтед против Вест Хэма. Спасибо, Георгий. Думаю, хороший футбол мы сегодня должны увидеть. Обе команды готовились к этой игре и постараются сегодня взять 3 очка. Будет ли это просто или нет, мы узнаем. Но точно будет интересно. Манчестер Юнайтед в следующем стартовом составе представлен на поле. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Стартовый состав Вест Хэма, вашему вниманию. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об автобусе. И тем не менее, команда гнет свою линию. Но действительно, они быстро садятся в глубокую оборону. И иногда такая тактика может быть очень эффективна. Однако она имеет и свои риски. Слишком сложно перестраиваться в случае пропущенного мяча. Так что посмотрим, что сегодня нам предложит тренер. Андрей Кончертиса помнит и любит на Олд Траффорд, на котором он, в частности, оформил хет-трик в манчестерском дерби в 1994 году и помог Юнайтед разгромить соседей со счетом 5-0. Любопытно, что это был первый хет-трик, забитый в манчестерском дерби за 24 года, а также первый хет-трик в исполнении игрока Манчестер Юнайтед за последние 5 лет. Так что я совершенно не удивлен тем фактом, что Андрея до сих пор помнят и чтят в клубе Манчестер Юнайтед. Ну и побороться за мяч придется. Фернандеш. Погба. Решфорд. Бруно Фернандеш. Это было просто для голкипера. По итогам этой игры команда хозяев может стать лидером чемпионата, и для этого сегодня нужно обязательно побеждать. Да, это достижение, пусть пока о реальной борьбе за титул говорить еще рано, потому что чемпионат только-только набирает обороты. Тем не менее, выход в лидеры — уже есть выход в лидеры. Уходит мяч к сопернику. Мбаппе! Вратарь спасает своих, мяч в его руках. Мбаппе. И пробил. Какой сейв. Вратарь творит чудеса. Мяч летит в центр штрафной. Он уже, наверное, видел мяч в сетке, а тут на тебе. Мбаппе. Отличный чистый отбор. Отличный пас прошел. Майкл Антони. Похоже, ждал он паса чуть раньше, поэтому залез в офсайд. Ашраф Хакими. Мбаппе. Опасно это будет. Великолепное спасение. Какая реакция у вратаря, а? Вытащил мертвый мяч. Не прекращается натиск на их ворота, и стадион продолжает их гнать вперед. Они ждут гол. Если соперник чуть прибавит в прессинге, это может плохо закончиться. Мбаппе. Бруно Фернандеш. Прямо на соперника сыграл он сейчас. Отдал мяч просто так. Мяч на фланге, и тут есть свободное пространство.
Очень грамотно он сыграл сейчас и перехватил мяч. Мбаппе. И как здорово вратарь играет, просто молодчина, герой момента. В центр штрафной подан мяч с углового. Не получилось тут толком мяч выбить. Отличный момент, как здорово здесь он сыграл. Можно провести контратаку. И есть варианты тут. Ну и решаться на что-то надо. Давид Де Хеа во всей красе сейчас. Какой сложный момент. Он спас. Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. И спасает тут игрок свою команду от гола. Очень хорошо он подстраховал своего голкипера. Просто браво. Не удается Юнайтед мяч удержать. Увидел открывание впереди. Делает передачу. В офсайде он оказался. Слишком рано побежал. Александр Арнольд. Мбаппе. Ашраф Хакими. Мбаппе. Играют они в пас. Очень вовремя он сыграл на перехвате. Хорошо бы принять такой пас. Грамотный пас, все по делу. И мяч выбит из штрафной. Не у дела, остался защитник сейчас. Отличный. А вот это пенальти. И если сейчас забивает команда, очень вероятно, что и матч выиграет. И тут очень важна выдержка, причем с обеих сторон. С пенальти все ясно, но почему игроку карточку не показали? Похоже, арбитр решил, что нарушение не было ни умышленным, ни грубым. Вот будь оно за пределами штрафной, тут, возможно, были бы варианты. Вот было бы здорово, если бы этот вратарь решающий пенальти в другие ворота забил. Как он умудрился вытащить этот удар? Уму непостижим. Мы видим, как реагирует тренер на этот момент. Сейчас его команда могла выйти вперед. Мяч летит в центр штрафной. Слабый удар головой, если это вообще можно назвать удар. Ну, такие удары для этого вратаря, как говорится, семечки. У нас сейчас будет короткое включение с Emirates Stadium. Там что-то интересное произошло. Отлично. Гости сыграли в атаке и смогли забить гол. Теперь они ведут в счете 1-0. А сыграно 33 минуты. Очень ценная информация. Как обычно, спасибо и продолжать держать нас в курсе событий. Отличная возможность забить. Есть гол! Все, к этому шло. Очень сильно они прижали соперника к воротам. Да, тут другие варианты были невозможны. Будем откровенны. Посмотрите гол еще раз. Отлично было сыграно в атаке, но к вратарю вопросы остались. Да и сам он это прекрасно понимает. Гол в ближний угол всегда рассматривается как ошибка вратаря. Юнайтед вышел вперед, игра возобновляется. Фернандеш. Поль Погба. Отлично сыгран. За лицевую линию мяч уходит. Будет удар от ворот. Прекрасное завершение и гол. Все очень четко сыграно. Фернандеш. Умеет он с мячом обращаться, и сейчас это демонстрирует еще раз. Есть время и пространство для навеса. Спокойно они готовят свою атаку. Теряет мяч Мбаппе. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Прям необходимо им быстрее вернуться назад. Антонио! Две минуты добавляют сюда. Удар! Оказался на месте Де Хеа, но и удар был, скажем так, не самый сложный для вратаря. Ашраф Хакими. Александр Арнольд.
1-0 после первого тайма. Продолжается наш матч, второй тайм. Решфорд. И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделал. Грамотный пас, все по делу. Джесси Лингард. В центр штрафной подача. Очень хорошо он играет. Сейчас пас команду защитник. Совсем не получилось у защиты надежно сыграть здесь. Можно забивать здесь. Товарищ Лайнсман, а вы уверены, что вне игры все-таки было, а? Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверен. Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Ну, одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Отличный перехват, очень вовремя. Похоже, у нас есть новости с матча, который проходит на Emirates Stadium. Передаем слово нашему корреспонденту. Еще один гол был забит у нас. Игрок Арсенала забил. Счет теперь 1-1. 56 минут сыграно в матче. Спасибо за включение. Обязательно держи нас в курсе событий этой встречи. Мбаппе. Решфорд. Погба. С мячом Бруно Фернандеш. Не стал судья останавливать игру. Преимущество сейчас у них. Мяч выходит из игры. Будет удар от ворот. Вполне логичная замена. Команде нужно добавить напора, страсти, скорость. Мбаппе. Мактомины. Не получилось у Юнайтед мяч себе оставить. Не удается Юнайтед мяч удержать. Будешь навешивать, а? Прямое включение с Эхэс Парк у нас сейчас будет. Передаем слово нашему корреспонденту. У нас случился гол, еще один. Игрок Вулверхэмптона забил. Счет теперь 3-0. 66 минут сыграно. Спасибо за полезную информацию. Мы же возвращаемся к нашему матчу. Теперь соперник с мячом будет. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Классно они провели эту контратаку, тут ничего не скажешь. Отличный пример командной игры, и удар, конечно, получился на загляденье. Классная контратака предшествовала голу, давайте еще раз посмотрим. А забить уже было просто, 2-1 они вышли и спокойно раскатали. Два мяча теперь одна команда ведет, солидное преимущество. Двадцать минут осталось играть. И на фланг он пасует. Очень уверенно он идет вперед с мячом. Отличный отбор мяча. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Решфорд. Спокойно они готовят свою атаку. И вратарь забирает этот мяч.
Мичел Антонио. Это пас в аут. Глобально к обновлению состава подошел Юнайтед. Тройная замена будет. А сейчас передаем слово нашему корреспонденту на Селхерст Парк. Там что-то интересное случилось. Еще один гол был забит в этом матче. Игрок Вулверхэмптона забил. Счет теперь стал 4-0. 78 минут сыграно. Спасибо, держи нас и дальше в курсе событий. Есть у него место для движения. Какое спасение, а? Очень здорово играет голкипер. Просто невероятная реакция. Замена будет, пора новые силы вводить на поле. Решфорд. Мбаппе. Миролем Пьянич. Какой момент! Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Чисто отобран мяч. Около 8 минут до конца основного времени. Пабло. Мяч вперед идет к чужим воротам. Оказался на месте Де Хео, но и удар был, скажем так, не самый сложный для вратаря. Пабло Форнальс. После рикошета мяч уходит в аут. А как насчет навеса здесь? Арбитр показывает не угловой, и из-за боковой надо вводить мяч в игру. Навешивает в штрафную, есть там кому сыграть. Все правильно, выбит мяч из штрафной. Высоко они играют сейчас, и мяч перехватили. Но тут должен играть вратарь. Немного нерасчетливо получилось. Это передача. Миролем Пьянич. Не получилось у Юнайтед мяч себе оставить. Пас вроде получается. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Мяч на ближнюю идет. И выносится мяч из штрафной. Майкл Антони. Супер момент у него. И на этом матч завершен. Победу сегодня празднует Манчестер Юнайтед. Здорово сегодня обе команды играли. Но все-таки одной повезло чуть больше. И они все 3 очка смогли записать сегодня себе в актив. Hi, just a couple of questions for you. That'll be all, thank you.